надо его придерживаться, только он работал во времена Великой Отечественной войны. У нас в нашей стране всегда ситуация, как на войне. Но будем стараться. Но кому-то, я боюсь, что здесь 6 человек, там 60 человек, Москва попросит, и все. А Питер 200. А попросит, оставим воду Питеру 200 человек, это будет катастрофа. Потому что то, что он подбросит Питер,